Музыка – это вся моя жизнь. Представляешь, каково это? Приковывать к себе внимание 3000 человек. Я бы хотела взять еще урок. У нас же есть пианист. Да, но я хотела бы кого-то со страстью. Косме Макмун? Это я, сэр. От режиссера фильмов «Виктория и Абдул», «Королева» и «Филомена». Должна предупредить, я очень много занимаюсь. Час в день. А иногда и два. У нее голос ангела, не правда ли? Иногда она дает петуха. Петуха? Самую малость. Если вы простите мисс Флоренс небольшую эксцентричность, то поймете, она добрейший души человек. Это леди, пример храбрости для всех. За это мы ее и любим. Ну как, дорогая? О, отзывы просто потрясающие. Да? Наш мир наполнен счастьем. Основано на удивительной реальной истории. Мы могли бы быть семьей. Мы и есть семья. Разве мы не счастливы? Вдохновитесь. Это мое самое любимое место на свете. И я буду здесь петь. Живите мечтой. А это не перебор? Если ты правда любишь меня, позволишь мне петь? Мы не потянем Карнеги Холл с мадам Флоренс. Ты знаешь, что она не отступит. И тебе аккомпанировать, мой друг. О, боже, мы же там умрем. Эти люди пережили ужас. Им нужна радость, нужна музыка. Но я боюсь. Не бойся, они полюбят тебя. И главное, поверьте, пока все очень-очень и очень хорошо. Талант не имеет значения. За этим мы и живем, ведь так? Ради таких моментов. Обладательница Оскара Мэрил Стрип. Обладатель Золотого Глобуса Хью Грант. 2 номинации на Оскар, 4 номинации на Золотой Глобус. Раскрой диафрагму, Флоренс. Примадонна. Можно еще дубль? Не понимаю, зачем. Мне показалось все идеально. В кино с 11 октября.